Итак, сравниваем. Американка гигантская. Стволы очень разные. Есть тонкие, есть толстые. Прям вот толстые. Это второго года у нас. Прям вот он реально толстый, толстый. Но есть и совсем тонкие, вот такие вот. Ствол зеленый. Очень высокая выросла, 1,25 метра. Сейчас наклоню. Вот. То есть примерно 1,2 метра точно есть. Вот по длине плода. На конце ветвица. Вот так вот. Это у нас американка гигантская. Рядом у нас посажена виноградова. Виноградова. Пруд тоньше. Цвет такой же, как у американки. Вот. И прута меньше от ствола вот отсюда, чем у американки. Здесь прута больше. Но здесь он сильно отличается, толстый, тонкий. У виноградова он более-менее между собой похож. То есть вот сейчас бы, если бы я плела что-то, я бы лучше взяла виноградова, например, чем американку. Она чуть ниже, чем американка, где-то примерно на 0,5 метра. Вот так вот. Вот смотрим. То есть самый высокий, и даже я... Вот смотрим. Вот это, наверное... Нет, это еще где-нибудь. Ну, в общем, в среднем где-то около 2 метров виноградова. Вот листья, ствол. Это по цвету очень похожие, они практически одинаковые. А теперь по Шабурово. Заказали мы 50 черенков. Из них всего 3 черенка оказались живыми. Это, конечно, грустно. Вот, всего 3 штуки живые. Цвет листа, кора другая, чем у виноградова и американки. Это первый год. Весной были посажены черенки. Ну вот, с весны выросли где-то около, не знаю, 2 метров, чуть ниже. Вот один самый высокий я показываю. Вот. Остальные пониже.